Горки Ленинские – поселок с богатой историей. В этом году ему исполнилось уже 478 лет. Жители собрались на народные гуляния, центром которых стала площадь у входа в музей-заповедник. Рады, что наконец-то появилась возможность вот это отметить. Хоть и прохладно, но все-таки сегодня сухо и красивая золотая осень, которая радует еще больше. Перед сценой проходила развлекательная программа для детей. Пока самые маленькие участвовали в конкурсах и играх, ребята постарше могли сразиться в настольный футбол или хоккей. Я очень хорошо отношусь к таким праздникам, которые поднимают весь дух этого района, чтобы мы все вместе мы отмечали такие праздники. Атмосфера, которая здесь есть, все веселятся, все радостно. Безусловно, очень важно для местных жителей участвовать, принимать участие, смотреть такие мероприятия, что администрация заботится о жителях. Очень здорово. За время пандемии люди соскучились по массовым мероприятиям, что особенно чувствуется во время проведения праздников. Такой вот, знаете, местный свой домашний праздник. Посмотрите, сколько много людей, детей, очень все весело, интересно. И люди, значит, приходят на эти праздники, значит, они нужны, такие мероприятия, когда они сплачивают, показывают, что поселение вместе, вместе, все вместе живем, все вместе трудимся на своей земле. Праздничный концерт был построен в виде ретроспективы. Ведущие вспомнили о живших на этой земле племенах Вятичей и дошли до наших дней, рассказывая об истории горок Ленинских в царское и советское время. На концерте выступили артисты творческих студий муниципалитета. Между песнями со сцены звучали поздравления от официальных лиц. Также за участие в общественной жизни поселка были награждены несколько активных жителей. По завершении концерта зрителей ждал праздничный салют. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.